Юные химчане стали призерами международного творческого конкурса «Солнце в детских ладошках». Он проходил в Москве в последние дни мая. Малыши показывали свои таланты в современных танцах. От округа фестиваля принимали участие воспитанники одного из творческих центров. А дипломы и грамоты им вручили в стенах родного заведения. Для многих из участников это первое серьезное выступление на сцене. Конкурс мне очень понравился. Там были очень даже хорошие номера, красивые. Я была в шоке, что там были такие номера. Я боялась, потому что там все так хорошо выступали. Я очень сильно боялась. Номера репетировали несколько месяцев. Хореографию выбирали наиболее сложную. Во-первых, это положительно влияет на оценки жюри. А во-вторых, дает возможность профессионального роста. Это даст нам толчок в нашем развитии. Дети перестанут бояться выступать на сцене. Будут проявлять большее желание в развитии хореографии, в развитии своих навыков и умений. Именно вот в танцевальном искусстве. Мы этого очень хотим это развивать и в нашем центре, и в нашем городе. Сейчас педагоги центра выбирают конкурсы, на которые воспитанники отправятся в новом учебном году. А пока признаются, что впереди много работы и усиленных тренировок. Со следующего фестиваля они планируют вернуться уже победителями.